Всем привет! Человек купил машину с маленьким пробегом и небольшими повреждениями. Итак, машина у меня в мастерской. Вытяну немного лонжероны, подшаманю капот и заменю передние детали. Итак, ставлю машину на стапель и начинаю ремонт. Но пока машина стоит низко, я отремонтирую капот. Капот сделан из алюминия. Придется греть в поврежденных местах. Отлично. А теперь ставлю машину на стапель и разбираю передок. Теперь подтяну немного лонжероны и затем разбираю остальное. Итак, перец разобран, делаю первые измерения. Левый лонжерон немного ниже.
и диагонали немного разные. Исправляю это. Но сначала подровняю эти крепления. Размеры теперь хорошие, высота тоже одинаковая. Теперь измеряю верх переда. Надо немного подкорректировать. Теперь чудненько. Устанавливаю телевизор, радиаторы и фары. Итак, мне привезли капот и бампер после покраски. Я собираю их и устанавливаю на место.
Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 26 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!